Да, друзья, сегодня баги Скайрима, о которых вы, возможно, не знали. Всем привет, меня зовут Сагеров Иван, а это мой канал Мистер Кэт. Поехали! Друзья, посмотрите мой невероятный гайд на воина. Ссылочка внизу, поверьте, там много всего интересного. Ну ладненько, баги Скайрима, господи, сколько их! Их очень много. Некоторые веселят, некоторые бесят, которые просто заставляют удалить. Нафиг удалить игру. Ой, помню, друзья, как меня бомбило. Знаете, какая у меня была мечта? Когда-то давно я хотел полностью пройти все квесты, чтобы у меня список с квестами был чистый. И чем сильнее я хотел, чем эти квесты все больше и больше и больше добавлялись. И я не знаю, это только у меня так, а? Это только у меня, я тогда еще не знал, что соратники бесконечные. Темное братство бесконечное, и так бесконечное проходило, и меня бомбило. Ну ладненько, это не об этом. Смотрите, какие веселые баги я для вас приготовил. Чертополох, держись подальше, я тебя прошу. Друзья, ну что, все мы знаем наших любимых великанов. Грозные, серьезные, и если близко подойти, то они начнут нас бить. И мы вот так вот забавно улетаем в космос. Немножечко пролетаем и конец, да? Но, друзья, но если мы перед тем, как нас великан отправит в космос, сделаем F5, любое сохранение. И давай. Полетели! Теперь смотрите, заходим в меню, загрузки и удаляем последнюю запись. Смотрите, что происходит. Мы летим. Что? Летим и не умираем. Что за ерунда? Ой, смотрите, как это забавно, черт. Вау. Это какой-то баг. Это какой-то странный баг, связан с сейвами. То есть, мы как бы умерли, но игра не переключается. Прикиньте, давайте еще раз. Забираемся повыше. Ого! Точно так же F5. Сделали любой сейв. И... Стоп, я застрял там? Физика сделает свое страшное дело. И как говорится, можно смотреть на три вещи. Но мне кажется, еще можно бесконечно смотреть, как падает ваш игрок, бесконечно телепаясь. А ребята говорили, что плохая физика. По-моему, прекрасная физика в Скайриме. Вставай, приехали. Вот такой вот, друзья, вот такой вот прикольный баг. Ну, ладненько. Поехали дальше. А следующий забавный баг связан с параличом. Да, это магия изменений, и она появляется у торговца, когда вы изменения прокачаете до 50 уровня, по-моему, в Винтерхолде. Смотрите, заходим в наши навыки. Изменения, да, хотя бы немножечко, чтобы мы могли ее использовать. Едем дальше. Скрытность, нам нужна скрытность, желательно соточка. Да, смотрим дальше. Дальше. И вот, карманные кражи 22 вообще не прокачаны. Теперь используем на любом персонаже. Он нас не видит. Подходим. И когда он начинает вставать, смотрите. Как только начинает вставать, у него открывается инвентарь. Да, и теперь мы можем украсть. Как видите, щит невозможно украсть. 43%. Камушек 49, 55, 53. Ну, давайте начнем сначала. Золотое кольцо. Без проблем. 28% это мало. Серебряное. Без проблем. Все без проблем воруется вообще. Стальной щит. Невозможно украсть. Невозможно. Но, вуаля. Это, друзья, забавный, веселый баг. И, видите, он согрелся. Если вы скроетесь и... Он вас не заметит, сейчас все пройдет. Все, вы опять подходите и ничего, как не бывало. Но щит, конечно, лучше не воровать, а то квест залагает. Желательно, конечно, чтобы персонаж был один. Сторонний взгляд
нас не спалил. Но даже если нас замечают, мы все равно обворовываем. Ну, если успеваем во время того, как он размораживается, обчистить карманы. Вот, смотрите, ноль без проблем, друзья. Но! Есть одно но. Карманные кражи. Это не качает. Это же баг. Чертов баг. И еще есть интересная особенность. И самое интересное, друзья, что в коллегии Винтерхолл после паралича на вас не агрятся. Что? Вы представляете, как быстро нужно прокачать изменения? Вы представляете масштабы, а? Просто ждете и качаетесь. Качайтесь. Черт. Ладно, едем дальше. Все мы любим кататься на лошадках. Особенно в режиме выживания это спасает очень сильно. И от мороза, и поплавать можно, не замерзнуть. Но, друзья, лошадки это что-то большее. Смотрите, если вы прыгаете с большой высоты... Вы остаетесь живы. Что? С такой высоты вы по-любому вдвоем должны разбиться. Но нет, бедная лошадка вас спасает. И не знаю почему, друзья, но мне кажется, это баг. Вы тоже должны разбиться. Самое интересное, в Special Edition есть новые лошадки. Друзья, на фоне мой сынок Ванюша. Как всегда. Новые лошадки, дикие лошадки и единорог. Да, я показывал видео, недавно было. И смотрите, что происходит, если прыгнуть. О, черт. Встаем. И лошадка жива. Баг на баге. Или же это мифическое существо. Оно никогда не умрет. Никогда. Наша любимая пилорама, друзья. Бревно распилялось, и мы подготовили уже свеженький какой-то трупик. И кидаем наверх. Вот сюда. Вот так вот. Этот баг я называю «Почувствуй себя великаном». Почему? Смотрите, черт, куда он улетел! Почему это происходит? Почему, я не понимаю? Это лютый баг. Просто невероятный баг. Еще можно повеселиться. Смотрите. Смотрите, что мы сейчас сделаем. F5. Сохранились, да? Быстрый сейв. Прыгаем сверху. Вот так вот. Теперь открываем консоль. Кликаем на нас и вводим kill. Kill. Умираем. Теперь удаляем сейв. Чтоб сработал прошлый баг. И просто ждем. И черт! И улетаем куда-то. Черт, мой лук несколько раз, по-моему, улетел. Вы посмотрите, куда я перелетел эту гору. Мой лук все падает. Вы... Господи! О боже! Обожаю эти баги Скайрима. Просто обожаю. Ладненько, друзья, на этом все. Пишите ваши комментарии. Если вы знаете какие-то прикольные баги, тоже напишите. Подписывайтесь, порекомендуйте это видео друзьям. Счастья вам всем. Пока, друзья. Пока.